Ну что, друзья, мы сейчас заходим в монастырь. Будем смотреть, что здесь. Монастырь Аладжа был основан в 11-12 веке, когда его впервые начали заселять отшельники. Вот здесь вот все они селились и полностью изолировались от мирской жизни. Религиозное движение, которое здесь было, оно называется исихаз. По-нашему это отшельники, а по их религиозным канонам это энергия Бога. И религия была полностью основана на принципе молчания и изоляции от общества. Монастырь практически прекратил свое существование после того, когда на болгарские земли пришла Османская империя.